Здорово, соучастники. Сразу хочу попросить прощения за то, что оттягиваю создание видео на самый последний момент. Но все мы люди, и у каждого из нас есть проблемы в реальной жизни. Ну, думаю, вы меня поняли. Сейчас у меня есть много различных мыслей и тем для разговоров, связанных с контентом. Я только недавно осознал, что случайно сделал шаблон, по которому я делаю все эти видео со скинами. И из этого можно сделать вывод о том, что я создал новый формат видео. Ведь оставлять часть видео на разговоры – это действительно хорошая идея. Насчет скина. Все как обычно, 200 лайков и он ваш. Демо-версию платные подписчики на Boosty получат прямо сейчас. Я создавал этот скин в новой стилистике, которую я нашел совершенно случайно, и она меня заинтересовала. Собственно, наткнулся на гайд по фотошопу и научился делать такие вот штуки. Ну и решил применить эти знания уже на практике, и результат вы только что видели. Не совсем уверен по вашим комментариям, красиво это или нет, но мне и моим знакомым это определенно понравилось. Есть еще одна особенность в этом скине, которую я не смог устранить, так что не пугайтесь, если скин в некоторых частях будет работать неправильно. Все дело в разрешении монитора, конечно. В HD все будет чистенько и правильно, а в SD могут появиться вот такие косяки. Заказать скин вы можете в группе ВК или написав мне где угодно по ссылкам в описании. Единственное, о чем я всегда говорю, это о нашем Discord-сервере, на котором мы частенько собираемся играть в различные игры, типа того же Genshin Impact или даже Осу. В общем, заходите, будем рады. Ну а на этой хорошей ноте я собираюсь выключать это видео. Спасибо, что досмотрели его до конца. Встретимся на стримах. Пока.